Ребята, всем привет! Ну, у нас очередной прокат, так сказать, до нарзанчиков. Арам-нарзан. В общем, едем. Довольно-таки интересная фотосессия в горах в снегу. Ребят, посмотрите, как вот это вот настолько замело. Ты не вчерашний снег вообще делал. Вообще огонь. Вон, ребят, вот там Эльбрус был. Сейчас его уже не видно, вот обсерватория, вот медиастанция. Опасный спуск, тормози двигателем. Две бабеньки сидят сзади, блин, обсуждают фотографии. У меня ноги, у меня губы, у меня ушки, блин. Вон там, видишь, дождь, блин, разливают тучи. Что ты там хотел? А, вот, что я хотел сказать. Вот такие вот виды, когда светит солнце, они не, вот их надо заснять, вот туда еще надо повернуть камеру, налево. Такие виды, они очень редкие. Время года, зимы, покажи. Да я вам показывал. Надюша, глянь, вот как мы тут ехали, тогда и как сейчас едем. Огонь. Very danger. Архыз. Ой, фу, нарзан. Какая разница? Господи, в принципе. Бермамуть, блин, надо бермамутить хотя бы. Завтра будет солнечная погода, хотя бы увидеть все это, чтобы Эльбрус сверху нормально увидела. Но! Чего, одна ржавчина? Нет, где прозрачная хрустальная вода? Прям как прозрачная хрустальная, развалила, да. Прям эту воду. Прям как это, из бутылочки, только круче, платить ничего не надо. Я пробовала, ребят. А я не буду. Вы все видели просто. Ветер тут, блин, даже на дроне не взлечу. Холодно. Налетел уже на 407 метров, а может быть это Эльбрус будет виден. Над нашим ущельем пролетаем. Этот 10-й источник я еще, кстати, не пробовал. Ну ладно. У меня свой источник. Карачаевская.
еле-еле течет. 11-й. 12-й. Вообще не течет. Ржавая, ржавая вода. Видно, как будто еще и масло туда добавили этого машинного. 13-й течет. Высота составляет 500 метров над стартовой точкой. Ну, вот это уже просто огончик. Конечно, можно было еще взлететь еще выше, но надо было подниматься повыше, а там пока был снежок. Твердый в норме. Прям булькает. Третий. Второй течет. Вот первый пересох. Чуть-чуть есть. Так вот по льду тут. Опасно. Very danger, так сказать. Тонкий лед. Совсем тонкий. 100 килограмм выдержал. Так, следы ведут сюда. Ну ладно, замок. Да, куда ребята пошли? Надо тут попробовать. Здесь, видимо, купаться можно. Офигенно. Надо потрогать. Нет, да, холодно. Прикольно. Вытащи. Сейчас зайдем туда. Если бы я не увидел, испугался. Бобик спит. Ты чего? Че ты дрыхнешь? Пиво есть? И наверх. Там еще башня. Еще лучше. Прикольно купол. Давайте еще лучше.
уже одной ступенечки нету. Что-то почувствовал. Так вот. Нет, перил. Пытался свет включить, Джулия. Мы Надю не взяли. Единственный тут это сохранившийся выключатель, остальные все нужны. Поэтому я подумала, а вдруг? Вдруг, может быть, пук. Потолок проломим, да и все. Смотрим, как дрон делает полный круг. И сейчас его будем сажать. Здесь все хомячим. Хорошо сидим, особенно я. На тепленьком сиденье из чая. Оказывается, когда я вышел ловить квадрокоптер, они мне чай пролили на сиденье. Короче, ребят.
План действий на каждый день, если вы путешествуете и вы не за рулем, с утра 50 грамм, 50-60 грамм водочки. И все. Вот просто бодрячком быть. Я просто сегодня спал целый день вообще. 50-60 грамм. Да, Джули? 70. Мне вполне кофе хватает для бодрости или чая. Очень вкусно. Не смотрят, смотри. Привет! Привет! Хер знает, как выбираться, но, в общем, Серега, как я понимаю, знает. Фотоют все, как обычно. Записывал сейчас 100 грамм, и я 60 грамм, 100 грамм не записывался, просто вообще себе никак бы был. В общем, 60 грамм принимаете утречком. Сейчас посмотрим, как Серега тут разворачиваться будет. Кто такой? Съеду. Все, ребят, я тут один остался. Без рюкзака, в рюкзаке два паспорта. На моих. Серега отличный человек, мастерский водитель, ну и просто душевный человек. Так что, ребят, если что да как, ну вот вы сами все видите. Катаемся, Серега, по горам, туда-сюда, налево-направо. Заходите к нему на сайте JeepTour и в Instagram. Там все есть, все написано, что как он катает по Северным Кавказам. Сегодня, наверное, все, ребят. Че, как лайкосики? Заряжаем, подписываемся на 100 грамм. Сереги, на мой 100 грамм. Давидовский 100 грамм можно. Так, кстати, ссылочки в описании будут. Че, да как? Мы опять устали. Дико. Опять устали. Завтра пойдем в 7 утра. В 6-7 утра. Поедем в дальнее расстояние, в дальний путь. Ой, подписан наш телеграм, кстати. Там мы тоже иногда что-нибудь выкладываем интересное. Либо про стримы напоминаем, картиночку сразу, все как положено. Ну давайте.